Полонез – танец шествия. Им по традиции открывали все балы. Не стал исключением и областной кадетский бал в дворянском собрании. Участвовать в кадетском бале – это все-таки традиция, история. Показать себя, какие они красивые, как они изучают хорошо историю, знать предысторию танца. Да, и, наверное, немножко побывать в сказке танца, потому что, на самом деле, это всегда красиво, здорово. Ну и, конечно, каждый стремится завоевать первые места. Ну а дальше все присутствующие окончательно перенеслись в атмосферу прошлых веков. Кадеты Первомайского кадетского корпуса, воспитанники Тульского Суворовского училища, учащиеся профильного кадетского класса Центра образования номер 19 и их прекрасные дамы скользили по залу в нежном подыграсе, порхали в задорной кадрили и, конечно же, танцевали вальс. Главное на таких встречах – полюбоваться на красоту старинных танцев, вспомнить времена галантных кавалеров и застенчивых дам. Ну и, разумеется, других посмотреть и себя показать. Соревновательный дух мероприятия дает ребятам стимул стремиться к лучшим результатам. Посмотреть своих соперников также. Посмотреть, что умеют они. Можно что-то взять. В перерывах между конкурсными номерами кадетов поздравляли танцоры студии «Стиль», ребята из хора «Возрождение» и прекрасные барабанщицы, многократные победители международных конкурсов. Гости тоже могли поучиться танцевать старинные танцы. Ребята устроили мастер-классы для всех желающих. А победители конкурса представят Тулу на Всероссийском кадетском балу в декабре. София Кириллова, Сергей Давыдов.